Вон что, сегодня некоторые люди проходили какие-то китайцы, выглядели сердито. Ты их чем-то расстроил, Рон? Ну да, я их расстроил очень сильно, причем... А вот чем, тебе лучше, если честно, не знать. Ну а так, я поехал на дополнительную миссию с вопросительным знаком. Конечно, собирался начать съемку, когда уже буду там близко, но раз мне пришла смс-ка, то надо же ее прочитать. А мне целых 7 километров до туда ехать. Значит, просто сдохнуть можно. Знаешь, у меня такое ощущение, что это миссия с этой тупой девчонкой Мэриэн, которая с Майклом там это гонялась на перегонки. Мне кажется, это она же. А миссия с Майклом — это уже где они встретятся. И это будет очень неприятная встреча. Поначалу, потом там будет вообще жесть полная и очень ловко. Классно я это, да? Определил. А, то, ну, до миссии с Майклом мне еще надо будет бойню сделать. И возможно, что не одну, а все. Потому что я не знаю, они все сразу будут открыты. То есть одну сделал сразу следующий и так далее. Или по очереди там, по мере прохождения игры, они будут открываться. А сколько у меня денег? 59 тысяч. Мало вообще. Так и не прибавилось. Пять километров осталось, окей, все равно много, блин, это так далеко, я даже не знаю, о чем вообще болтать, пока я тут еду. Поворотик, да? Окей, тут вроде ехать будет поинтереснее, чем просто по автостраде. О, прикольно. Я уже одно колесо себе раздолбал, сейчас она будет ехать без шины. Ну когда же эта шина уже лопнет, ну. Три километра, да? Хорошо. Ну, скоро эта шина лопнет. Хочу, чтобы она лопнула поскорее. Не знаю, зачем, просто так по приколу, для разнообразия. Она точно рано или поздно должна лопнуть, и будет это колесо без шины. Так, это где вообще место-то? А, вот так просто, я думал, можно проехать прямо, но на самом деле нифига нельзя проехать прямо, потому что там, блин, пойми что. Че вы там мне говорите, я же... Это... Мне пофиг на то, что вы там мне говорите. Я еду на миссию. И все. 2 километра осталось. Ух ты, кролик или заяц, или, короче, ну, кто-то из них. Может, еще кто-то. О, еще один. Еще один. Угу. Стоят и смотрят просто на дорогу. Хотя, точнее, сидят скорее. А зачем вам стоять все время? Вот, наконец-то! Шина сдохла. Теперь я надеюсь, что я доеду до нужного места, пока у меня машина вообще полностью не раздолбается. Потому что вроде, когда с такими колесами едешь, рано или поздно там что-то искорки появляются, и машина просто взрывается. Ну что ж, это будет тест на удачу. Потому что если я его провалю, то будет очень неприятно. Мне. Ну-ка, так я смогу проехать как-нибудь? Вот я не знаю, думаю, что не стоит рисковать. Хотя... Пофиг. Так веселее. Вот сюда поедем. Так вот. Так вот. Воу! Вау, как весело. Вау, вау, вау. Полегче. Я не знаю, я сократил таким образом путь хоть сколько-нибудь или нет, но что точно, это то, что это было намного забавнее так ехать.
А мы приехали. Так что... Что это за миссия? А, это вон кто. That's a perfectly good sock. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah. Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Dear. You like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. No, look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Pair of fruitcakes. Да. Ну-ка, на карте у меня тоже все отмечено. Еще нет, окей. О, охренеть. Ну ладно. У Франклина появилась миссия, походу, с Тоней. Еще одна очередная. Но прежде чем ее сделать, я все-таки пойду это безумие сделаю. Ну, эту бойню. А этим двоим надо помогать находить сувенир. Там вроде всего их 4. Там воровать их у знаменитостей, у разных. Это на самом деле очень странно все. Уже в продаже бомбы-липучки и канистры с бензином. Теперь в вашей амунации можно купить бомбы-липучки по невероятной цене. В магазинах амунации в продажу поступили канистры с бензином. Угу. Ну и ладно, мне пофиг. Опять 3 километра еду. То есть я сюда приехал, чтобы просто посмотреть на кассену и ехать дальше. Ну, это не круто. Это совсем не круто. О, вот. Найджел. Звезды. Было бы великолепно, если бы ты достал для нас кое-какие вещи, знаменитости, и вот информация, найденная в журналах миссис Торнхилл. Говорят, Вилли из Love Fizz собирается дать камбэк-концерт такие ла-ла-ла. Тайлер Диксон проводит отпуск с подругой в своем доме у холмов. Кэрри Макинтош часто ходит по магазинам в Рокфорд Хиллс вместе со своей собачкой Декси. Марк Фостенбург обычно играет в гольф с друзьями в местном гольф-клубе. Можешь принести нам их вещи? Заранее огромное спасибо. Найджел. Угу. Эти места-то уже отмечены. Похоже, еще нет, просто они будут такими кружочками отмечены. Не знаю. Наверное, это потом все произойдет. Так. А, вот они, теперь они отмечены. Вот их, эти 4 места. 1, 2, 3. А четвертый где? Что-то я его не вижу. Не, реально, где четвертое место? Я его не вижу.
А, может, я только что мимо него проехал. Ну-ка. Да, я только что мимо него проехал, так что это оно действительно и есть. Ладно, я потом все это буду делать. Хотя... Нет. Лучше реально я вот в этом эпизоде сделаю все вот эти миссии, если, конечно, успею их все сделать за этот эпизод. А потом уже в следующий эпизод будут все остальное выполнять. Идите вы все в жопу, машины не бесите. Так. Что за фигня? Тут закрыто? Походу вход с другой стороны. Да, вот так вот. Tradesman's entrance. Don't mind if I do. I can't believe we're parting with Love Fist's manager. That's so cool. Okay, which one of you cupcakes is willing? Hey, who the fuck are you? His dentist! Well, he's still downstairs chatting up some bird, man. Whoa, his dentist comes to him? That is so cool. Да, очень классно. Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Нах так, да? Sorry, Love Fist fans. Упс, я, похоже, его убил. Ну, бывает, чё. Садимся в машину, чтобы они нас не увидели. Они меня все равно увидели. А пошли-ка вы все в жопу. Как вам такой расклад? Да какого хрена ты тупая? Херня, чё ты в меня прям едешь, не дашь мне проехать? Как вы меня все бесите? А чё ты у меня тут метка-то стоит? Поберу я её. Holy shit. Так. О, они меня не заметили. Идеально. Стоп, кто меня увидел? Их не было рядом со мной ни одного человека, мать вашу. Ни вертолетов, никого. Упс, да уйди с дороги! Ты тоже уйди с дороги, все уйди с дороги, вы мне мешаете жить. Свалите, свалите все. Отлично. Отлично. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo! Итак, миссия выполнена, сувенир Вилли, золото, прикольно. Так, что тут дальше? О, гольф. Хотя нафига мне эта фигня, я и так это смогу найти. Да, я это уже хрень вижу на карте. Так. А, говно тупое. А,
Я не вижу еще ничего почему-то. Ой, а, нет. Ну, вроде не знаю. Фигня какая-то. Опять у меня колесо, что ли, пробито. Сам ты фак себе покажи, придурок. Где тут въезд? Где тут въезд, мать вашу? Я всех вас задавлю, если вы мне въезд не покажете. Въезд где в это говно? Ладно. Хорошо. Найду сам. И разрежу всем глотки. Серьезно, его тут вообще что ли? А, он там, я ж там был, его там не было, этого въезда. Что за... Я тоже помню, когда я внутри оказался за Майкла и пытался выехать оттуда. Ни хера мне ничего не получалось. А, вон там въезд, да? Хорошо, хорошо, я понял все. Да какого хера тут дерево стоит? Срубите его кто-нибудь, он не бесит. Что-то я какой-то очень злой сейчас. А, ну хотя нет, я лучше машину себе оставлю. Она все, даже хоть без колеса, она все равно, мне кажется, будет получше, чем гольф-машинка. Так, я тут сдох пару раз, там все такое. Один раз я его потерял, и бла-бла-бла. Мне сейчас надо его вот так вот найти и убить из снайперки. Быстренько. Так вот быстро. Все, так, теперь надо аккуратно мне не умереть, потому что эти все уроды, они очень опасные. Я чуть не умер опять. Давай, отрегенься. Отлично. Оружие убираем, подбираем эту клюшку. Где она там? И сваливаем. Просто быстро, очень быстро. На этом дерьме я, конечно, наверное, далеко не уеду. Ну хотя, не знаю. Она вроде такая, не такая уж и медная. Фух, как я думал. Так, надо от них оторваться побыстрее, а то... Так, вон туда, потому что их там я не вижу. Опустим вот сюда. Ну уже, давайте уже, теряйте меня, сдолбали. Все. Word up! I said it, Mrs. Thornhill! I, persuaded Mark Faustenberg to donate one of his golf clubs to your Museum of Dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon. I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Так, да. Так, сувенир Марк, серебро, ну и хрен с ним. Так, что дальше? Что за зелененький? А, это просто огонь. Это огни на самой в игре, не на карте. Так. Это чего ничего не появляется-то?
штуки на карте. Появляйтесь, пожалуйста. Не, серьезно, почему их нету? Чё за фигня? Их нету просто. Ну раз их нет, то и хрен с ними. Сделаем в следующий раз. А сейчас всем спасибо за просмотр и всем пока.